У нас сегодня был мастер-класс по декоративному макияжу, и в гостях у нас была Надежда. И сейчас я хотела бы спросить ее впечатление общее, понравилось ей, не понравилось, какие продукты ей понравились из тех, что мы протестировали. Надя, скажи, пожалуйста. Ну, я раньше как бы не пользовалась никогда основой для, ну, для макияжа. Тональной основой, да? Основой, да. Я всегда наносила крем по-быстренькому, а теперь как бы ощущается, ну, кожа мягкая такая после тональной основы и крем для лица. Теперь надо попробовать так делать, потому что лицо после беременности как бы немного запустило. Вот, теперь буду стараться как бы следовать этим правилам. Вот, очень понравилась тушь. Глаза... Я просто в шоке от своих глаз. Они огромные. Она вообще здорово удлиняет. И румяна. Тоже румянами никогда не пользовалась. Всегда боялась ими пользоваться. Потому что не знала, как правильно. И как наносить тени тоже не знала. Вот сейчас как бы показали, буду пытаться дома пробовать. Просто ведь, да? Да. Так-то как бы с одной стороны страшно, но надо всегда пробовать и учиться. Вот буду стараться. И... Надо никогда, ну, как редко заказываю вашу фирму, надо попробовать заказать и буду пользоваться в дальнейшем. У нас сегодня Надежда идет на торжество, и мы сегодня ей сделали такой яркий вечерний макияж, выделили ей глаза и немножко сделали более приглушенными губки. Поэтому мы желаем вам сегодня приятно отдохнуть. Ну и если вам что-то понравится, то вы всегда знаете, где нас найти. Спасибо большое.